Всем привет, это канал Красного Герцога, и сегодня мы будем переходить на экологически чистое топливо. В прошлой серии мы посетили Бальбоа, самый большой остров этой игры, по крайней мере в первых двух главах, дальше уж не знаю. Вот. И получили там чертежи этого переработчика биотоплива, этого трубопровода, прокладки для стабильного снабжения, ну и, соответственно, бака для этого самого биотоплива. Вот, я не на запись, как и обещал, немножечко поплавал, так сказать, в никуда, расширил плот, решил все-таки вперед его немножко продвинуть, и вот здесь вот, соответственно, у нас будет цветничок, и где-то здесь же будет у нас этот самый пасека. Вот. Сейчас продолжаю плыть никуда, но на самом деле это дело мы сейчас подправим. Давайте досками зарядим, все еще досками. Хотя, конечно, уже пора переходить на биотопливо. Собственно, для этого мы все и затеваем, и вот это вот все. Вот. И включим моторы наши, чтобы нас тащило именно к нашей цели, к этому самому. К следующей точке, караванному городу. Вот, до нее осталось тут совсем немного, 500 метров, правда, надо немножко подровнять направление. Вот, где-то там он у нас есть. Совсем скоро должна уже показаться. Должен. Вот, правда, ну, мы не успеем достроить это все дело до прибытия, так что какое-то время постоим. Давайте займемся, собственно, что я хочу. Я хочу сделать вот так. Вот так. И пока, наверное, вот так оставлю. Что такое? А что такое? То есть не тянете. Два мотора уже не тянут. Прикольно. Прикольно. Ладно, значит придется делать третий. Придется делать третий. Микросхема нужна, да? Хорошо, сейчас сделаем третий. Медный слиток, сок лианы, пластик. Пластик, 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 пластик. Медный слиток и сок лианы. Так, микросхема. 5 железных слитков, 5 веревок. 2, 3, 4, 5. Доски еще возьмем. И веревочки. Вот. У нас еще один мотор есть, и мы его поставим. Давайте здесь рядышком бахнем и немножечко зарядим и включим. Вот, да, теперь оно бодренько заработало. Нас, наверное, с курса опять снесло немного. Да, ну вроде немного. Да, уже три надо движка на наш маленький плотик. Кораблик мы уже отгрохали такой себе. Так, здесь мы вот это вот можем сделать. Так, доски кончились. Пластик надо выкинуть. Доски кончились. Сейчас стремительно все потратим, блин. Это, как говорится, без проблем. Так, так, а вот здесь это я хочу сносить. Где? 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 Ой, ты меня тут пообгрызла-то, а? А я и не заметил. Нет! 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 Нет, 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 нет! Достал, догнал. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Так. Так, пластик обратно, надо. Опа! Подлаги какие-то опять появились. Надо срочно восполнить все, что мы тут потеряли.
Ой, куча она мне тут покусала, зараза. Да, тут поступила информация, что ежели оббить плот железными, точнее не железными, а ну да, железным вот этим вот арматурой, то акула жрать его перестанет вообще. Это интересная информация. Так, если это сейчас снесу, то куча до этих попадает, да? А здесь есть вот, да, мне тоже подсказали, есть балки, которые можно как-то... Как-то можно... А, гвозди нужны. Вот он, караванный город у нас уже впереди виднеется. Так, мало досок. Ой, этих гвоздей. Давайте возьмем. Еще вот так. Да, совсем уже рядышком. Балки, балки, балки. Так, и как тебя укладывать? Половина. Половина! Непонятно. Стоп. Стоп, что-то мелькнуло. Оп, опять мелькнуло. А, она внутри мелькнула с той стороны. Так, давайте, наверное, пока тормознем, чтобы у нас было пространство для маневра, куда там влево, вправо прикинем, куда приставать. И вот это вот все. Так, оно у нас мелькнуло. А, вот здесь можно. Так, стопе. Так, и допустим, вот так. Если сделать, да? Давай попробуем. И попробуем разобрать вот эту стенку. Да, ничего не сломалось. Это чудесно. Так. И вот так. А здесь тогда, соответственно, можно будет поставить. Или нет. Или же нет. И давайте-ка сделаем вот что. Так. И вот так тоже уберем. Здесь, соответственно, поставим. Так. 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 Нет, ты чувствуешь? Ты чувствуешь, а? Ты чувствуешь? Тут же. А! Тут у нас окно образовалось, да? Вот они. Тут же налетели шакалы. Угу. Здесь тоже надо балку куда-нибудь засунуть. Гвоздики, гвоздики, гвоздики. Так, куда бы тебя засунуть? Давай вот так. Прям вот ждали. Так. Вот сейчас не прикольно. Вот сейчас не прикольно. Вот вообще не прикольно. Почему я не могу здесь дырку заделать? И здесь не могу, да? Хе. Интересно, девки пляшут. Так, 74 надо бы, кстати, еще досок взять, пока есть. Да ёперный бабай. Так, хорошо, ну а если я здесь еще балочку поставлю вот с этой стороны, допустим, вот так. Теперь-то ты можешь? Не можешь. Вот и чё? Вот и чё? Мне обещали, что здесь все будет пучком. Что с этими балками можно будет нормально крышу делать. Ну, как-то ни хрена она нормально не делается. Так что придется ставить столбы все-таки. Безо всяких этих ваших извращений.
Так, балку разбираем. Нахрен. Ставим здесь нормальное вот это вот. О! И не надо ничего никак. Так, единственное, здесь, конечно, вот эта грядка мешается ходить. Да и агрегаты тоже мешаются. Да и здесь, наверное, где-то стоит сделать еще дверку. Что-то я как-то с этими поперепутал, да? Неправильно их расставил. Ну да бог с ним. Так. Собственно, забираем пасеку нашу. Веревки скинем. Гвозди тоже пока скинем. Вообще раскидаем все лишнее. И сделаем сразу еще. Еще пасеку, да? Так, шарниры надо взять. И вот здесь вот. Да. Раз. И два. Три улья у нас получится, да? Чудесно. Три улья можно поставить, и надо еще поставить грядки. Причем грядки, скорее всего, вот такие вот маленькие, да? Или в средних они тоже растут. А что гадать, да? Блин, да уберись ты. Сейчас мы просто соберем и посмотрим. У меня где-то есть семечки. Семечки, вот. Просто посмотрим, будут они туда высаживаться, выцеливаться точнее, можно ли их будет сюда посадить. Да, но здесь только две, а здесь в принципе три. Ну все-таки да, все-таки маленькие, все-таки надо маленькие. Давайте я обратно пару семян возьму. Ну эти мы все равно тоже забираем. Вот. Пойдем ананасы вернем на их законное место. И пока дверки закроем, чтобы нам по-прежнему никто не лазил. Так, теперь прикинуть, как бы это дело расставить. Так, чтобы с одной стороны и грядки стояли, а с другой стороны и пчелков было. Было куда поставить. Грядки. Деревья, ой, доски и веревки. Доски прям вообще улетают. И веревки тоже, наверное, улетают. Грядки. А еще сепараторы надо быть. Сепараторы, господи. Ну, вы поняли. Спринклеры поставить. Так. Ну, допустим, сделаем, допустим, сейчас 4 грядочки. И где-нибудь их тут, допустим. Ну, вообще, кстати, 2. Ежели вот так вот ставить, да? 3-4. Сюда куда-нибудь спринклер и, допустим, поставить одну пасеку вот как-нибудь вот так даже. Да? А сюда спринклер. Спринклер, микросхема опять, блин. Болт, хлам, пластик. Болт, хлам, пластик. Микросхема. Болт, хлам, пластик. Микросхема. Так. Сразу надо батарею делать. Блин, пластика не хватает. Да что ж ты будешь делать? Батарейка. Спринклер. Так, как тебя? Какую сторону у тебя рассеиватель? В сторону с батарейкой как раз. То есть вот как-то так, да? Допустим. Так. И допустим.
сейчас мы тебя немножечко польем. Ой, далеко бегать. Ой, далеко бегать. Надо там где-то еще дверку будет проколотить. А то нереально тут вот этим всем заниматься. Ну, в принципе, для полива пока будет ясно. Так, и, собственно, цветы рассадить, да? Допустим, парочку красненьких, да, плевает. Синенькой. Желтенькой. И беленькой. Еще у нас парочка черненьких. Вот так. Вот, пчелки зароились сразу причем. А если я не буду выпендриваться и просто поставлю здесь вот так вот еще парочку ульев, просто вот так вот. То есть вот это место занимать пока не буду. Хватит? Нет, там, по-моему, какое-то количество цветов должно быть на улей. Хотя вот тут тоже зароились, а тут нет. Ну, подождем. Подождем твою маму. Подождем твою мать. Так, а у нас еще я хотел. Чего? Я хотел фонарик еще сюда повесить. Допустим, вот сюда. Во. Нормалек. Ладно, пущай тут роятся. В принципе, все равно, что мне делать. У меня цветов больше нет. Я все, что собрал, все принес. Так. Яйца пусть валяются пока. Пу-пу-пу-пу-пум. Пу-пу-пу-пу-пум. Кстати говоря, о, у нас спринклер воду дает, да? Ой-яй-яй-яй-яй, я пожрать забыл. Надо срочно хавать. Дойду ли я? Надо было яйцо взять, хотя бы съесть. Беги, Форест, беги. Молодец. Давай акулой закусим. Вот так вот. Ну и попьем тогда уж заодно. Пока хватит. Так, и теперь нам надо поставить переработчик биотоплива. А, да, я же их не изучал. Опять начинаю забывать. Так, во-первых, мачете я не изучил, да, вот. Переработчик биотоплива, бак и, собственно, трубы. Так, и теперь можно строить. Очиститель, точнее, биотоплива. У меня даже все сразу есть в наличии. Какая прелесть. Так, где эта сволочь? О, да, я теперь не буду успевать за ней бегать. Скорее всего, со всем этим богатством. Так, ладненько, значит, ставим тогда очиститель биотоплива, наверное, сюда. Ну, а чему бы нет. В него, к сожалению, придется подавать все вручную. У нас есть 4 банки меда, что не очень много. Хотя, 2 туда надо, да? И нужно, вот теперь нужно всякого разного. Ну, у меня всегда арбузы в это дело идут, потому что арбузов у меня почему-то всегда больше, чем всего остального. Вот. 5 арбузов. И там пошел процесс брожения. Здесь тогда мы ставим биотопливный бак. Нужен еще один болт и пластик. Еще один болт. И пластик. Вот. И ставим бак мы вот сюда, наверное. Вот так. Да. Сюда, соответственно, тоже заправляется вручную. А вот дальше у нас нужно тонна хлама. И сейчас мы будем подключать. Будем подключаться трубами. Вот как-то так. 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 Так.
Да, извините, надо в каждом этом ставить. Да. Да. Сюда первый пошел. И второй тоже пошел. И в другую сторону тоже. Шпок, 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 шпок. Так. Так. И... Ой, даже так можно. Интересно. А сюда нельзя, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Ну, ёшкин кот. А без этой ты можешь, кстати, с дыркой? Нет, с дыркой не можешь. Тебе обязательно надо это. Это минус. Надо будет придумать, как расширить там место. С другой стороны, так ли много я теряю, да? Ну, вообще много, да. Вот, все. Собственно, теперь мы загружаем наше биотопливо, которое у нас уже, кстати, нет. Странно. Мне казалось, что есть. Но нет, так нет. Скоро будет. Вот. Загружаем его сюда, в этот бак, и из бака по трубам оно автоматом подается в двигатели и, в общем-то, усо на этом. Так. Няняси уже выросли. Мед дал только один сот. Один, да? Это плохо, это мало. Но цветы, кстати, растут, и никакие сволочи их не клюют, и это хорошечно. Так, ладненько, учтем. Учтем, что соты дает только одно. Ну, то есть надо все равно застраивать. Ладно, будем застраивать, что делать. Главное найти. Но найти это дело мы сможем только опосля, да? Так, а нам надо, кстати, что, стекло надо на банке. С медком. Где у нас медок? Вот он. Ну... Ну, ну, сойдет. Сойдет. Так, сеточку мы пока куда-нибудь сюда засунем. Она мне пока не нужна. То есть сюда. А няняси наши. Вот сюда. Так, 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 так. Все раскидали, все убрали. Топор есть, копье есть, крючок есть. Биотоплива нет. Ну, вот банка есть, да, пошла. Первая наша банка, давайте ее зарядим. Тут сколько, оп. А вот тут я рядом оказался, тебе не повезло. Сдохни, сволочь. Когда-нибудь. Когда-нибудь ты сдохнешь. Так. Что я хотел? А, кстати. Кстати. Где? Трубы-то остались? Трубы-то остались. О, все доски живем. На это дело. У меня остались трубы. А это значит... Да я могу и новые, конечно, сделать. Ага. Можно сделать вот так. Дыдочку. Нет, здесь так дыдочка не получится. Подожди, а как же я хотел-то? Ну-ка, а если здесь? А здесь не подключается. Стопэ. Подожди, тебе что, какая-то особенная труба нужна? Значит, нет. Ладно. Я думал, можно будет сейчас уже подключить эти спринклеры к снабжению воды, но, видимо, нет. Видимо, что-то где-то я обшибся. Так, ну ладно, мы тем временем давайте, значит, отвлекаемся от этой красоты. Раз уж мы приплыли, собственно, а мы приплыли. Можно будет еще поднастроить, но я не знаю, можно и оставить. Давайте прикидывать, куда мы причалим, да? Ну, давайте вон к тому вот месту мы причалим. И, кстати говоря, включаем наше двигло. Все. И на остатках дров
Гребем вперед. Погребем, когда снимемся с якоря, да. Ровнее. Выравниваемся. Тоже, кстати, не маленький островок. Так, нет, давай-ка ты вещи, пожалуйста. Вот. Тихо. Ну вот как-то так. Прям вот. Прям вот к бережочку. Ничего вам тут промышленное. А! Вы птицу сюда завезли? Да вы охренели, что ли? По-моему, не было ее раньше здесь. Ну ты скотина. Ой. Не попал. Ладно, будем воевать с птицей, что делать. Мне казалось, раньше ее здесь не было. Тоже, да, я не помню, сказал, мне тоже не маленький островок, но, по-моему, все-таки меньше, чем Бальбоа. Да чтоб тебя! Че я мажу-то? Скотина, главное, ведь видно ее рядом совсем. Сидит и гадит. О, попал. Как? Вот как? Я был уже под крышей. Это нечестно. Да ёп. Сядь. Вообще охренело. Ну это уже перебор, знаете ли. Это она уже просто сквозь крышу фигачит. Мало того, что я в нее попасть не могу, так она еще и, блин, крышу пробивает. Давай, давай. Все равно я тебя убью. Я-то тут могу и перерывчик устроить. Там. Смузи попить. Окорочков погрызть. А ты тут будешь летать и без сильной ярости долбить. Раньше она, кстати, я не помню, говорил или нет, но раньше она, по-моему, пробивала. Ну, ломала, как акула. Эти панели. Ой, кто-то упал, кто-то сломался. Ха-ха-ха. Вот так вот будешь знать. Мерзкая тварь. Где? Сговорились, что ли, по очереди на меня наезжать? Так, а голову я могу засунуть туда же? Нет? Наверное, нет. Да. К сожалению. К сожалению. А это мне хрень не нужна. У меня уже где-то... А нет, кстати, нет птичьей головы. Ладно, пусть будет. Нехай будет. Так, все, едем, пьем и сходим на берег. Так, ну что, я опять же сыто пьяно, хотя уже немножко не так сыто, но еще пьяно, ну вот так можно сделать. С собой небольшой запас взяли, так, зачем так, рачка у меня тут болтаются, понятно, зачем, ее больше некуда выложить, ну давай сюда закинем. Так, а... Да, инструмент. Я так и не сделал. Мне надо копье. Мне надо лук. Лук есть. Топор. Хотя не, пока не будем. Я знаю, что, в общем-то, здесь по большей части будет тихо, мирно. Так, с этой стороны я зашел, да? Угу. Ну окей, давайте тут шариться. Добро пожаловать на караванный остров. Здесь ничего нет. Здесь очень много вот таких вот трейлеров. Очень много всякой дребедени. И шарить придется много. И, в общем-то, оно надо, к сожалению, все это шарить.
Потому что здесь, во-первых, куча всякого разного добра может быть. А во-вторых, где-то здесь в процессе мы будем находить разные предметы, которые будут нам нужны для того, чтобы пройти этот остров. Так что давайте все здесь обшаривать. Я вот тоже не знаю, как все-таки это лучше все снимать. Все подряд или все-таки делать обрезку, чтобы уместить тоже. Ну, тут в любом случае в одну серию ну никак не получится. Он очень тоже большой, много объектов всяких разных, поэтому... Карс Карпентри, так. Это у нас не берется. Это уже, к сожалению, не Бальбоа. Здесь это не нужно. О, биотопливо. Да, вот чем мне здесь нравится в этом острове, то, что мы здесь достаточно много найдем биотоплива. Так, а сюда я не заходил, кстати. Ну и не надо было, да? Ну и не надо было. Так. Этот блочек мы исследовали. Теперь поднимаемся сюда. Здесь будет одно достаточно мерзкое задание, которое вот, ну вот, вот не люблю я таких. Оно очень просто, легко делается в паре. Но как же геморройно оно делается в одно рыло. Ой, какой, это ж кошмар просто. Придется повозиться. Еще биотопливо, отлично. Так, и... For sale. А? Можно прикупиться, да? Так, а, нет, вон туда я хотел. Вон на ту крышу. Залезть. Тут у нас... А, нет, я думал ящик. Просто единичка хлама. Две единички хлама. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Ой, ой, ой. Лезешь? Лезешь. Да? Ну сюда тоже, наверное, как-нибудь залезешь, но как-нибудь по-другому, блин. Все время падаешь тут с этих уступчиков. Так. А, нет, там я как раз был, туда мне не надо. Сюда. Вот сюда можно зайти, да? Сюда можно. Еще свеколка. Оп, запрыгнул, молодец. Железо. Тут много всякого полезного, это приятно. Так, а здесь я уже не был. Так. Уже. А вот тут был. Так. Ой-ой-ой, я промахнулся. Это ничего страшного. Не в первый раз упали, не в первый раз вылезли. Так. Так. Так, и вот сюда. Да? Здесь же на крышу не надо, здесь на крышу не надо. А туда у нас немножко по-другому путь пройдет, проложится. Так, и мы выходим вот к этому месту. Ну, давайте тогда здесь тогда пошаримся сначала. Ой. Ну, значит, судьба. Ладно, падаем. Тут где-то записочка. Вот. Меня зовут Санджей. Похоже, у меня неприятности. Дета собрал акваланг из велосипеда и старого шлема от скафандра. Дета повесил на костюм грузы, чтобы спускаться глубже, но перестарался. Я качаю ему воздух с помощью велосипеда, и если уйду, он задохнется. Если меня посадят, вот доказательство моей невиновности. Научный журнал Дета. Подводные сокровища. Санджи убежал в слезах, когда меня вытащили. Никакого профессионализма. В воде много мусора, но я ничего не смог достать. Жалко. Папа запретил мне проводить эксперименты. Думаю, на самом деле он злится из-за того, что мама заболела. Доктор Хенри говорит, ничего страшного. Значит, все в порядке. О, какая большая записочка. Сразу. Так, нет, я опять не туда лезу. Мне надо вот сюда. Эй!
много прыжков, много геморроя на этом острове. Ну ничего, справимся. Да, о, сколько, два биотоплива. Ну, короче, биотоплива мы сейчас тут запасемся прям по самое не хочу. Еще биотоплива. Это сколько у меня уже? Уже 5 банок. Во! Вах! Шикарно. Так, а здесь можно куда-то выше. Тихо. А, ну это, собственно, туда. Но я еще хотел вот сюда запрыгнуть. Или я здесь был? О, кстати, здесь я не был точно. Вот. О, овощной супец. Это хорошо, но... Вот как бы мне... Как бы мне... Вот так, наверное, да, точно. И что у нас здесь интересного? Хлам и камни. И все, и ради этого... И я ради этого... Столько старался. Ну ладно. Так... Тогда тихо, не промахиваемся. Лезем дальше. Воду, подводную часть мы оставим напоследок. Да, это вот, собственно, нам туда надо будет спускаться. Как мы слышали, там много сокровищ, но он ничего не достал. Так, а сюда я-то, кстати, не зашел. Вот, так что нам придется идти по пути Детта. О, а там сундук. А там сундук. Ага. Надо будет запомнить и как-нибудь туда упасть. Но пока мы идем дальше. Вот сюда. И читаем еще записку. Научный журнал Детта. Дело о чудовище. В городе появился чужой, какой-то улов. Папа ходит на его собрание, детей туда не пускают. Зато ночью Санджи помог мне пробраться на корабль чужаков. Я подумал, ну там может быть лекарство для мамы, но у Улафа на борту одни клетки. В клетках большие крысы и огромная гиена. Они такие злющие. Санджи нашел записки, где говорится о кормежке и дрессировке этой личной армии. Санджи считает, что Улаф злодей. Я, наверное, согласен. Да, ну это тот самый Улов с Васагатана, как мы уже поняли, да, вот. И, как я и говорил, да, игра стала делать из него какого-то мега-злодея, он лишь с личной армией тварей. Это оно, конечно, зря. Хех, если бы можно было туда добраться, допрыгнуть, но нет, нужен зиплайн. Это то, что нам надо будет сделать здесь в первую очередь. А еще я, кстати, не взял сачок, а тут вон эти пчелки летают. Надо будет сгонять за ним. Так, заодно и разгрузиться, потому что набирается всего достаточно быстро. Птица есть. Сволочь ты, птица. Вот лучше бы коза. Почему мне коза не попадается, а? Что за козизм? Несправедливо. Надо будет как-то просто рейд устроить по этим самым козам. Кстати, здесь есть грязь. А еще здесь есть... А нужен взрывчатый порошок. Так, еще записка. Журнал экспериментов Детта. Попытка 733. Папа помог мне со сваркой для ракеты, а Санджи принес фейерверки, чтобы ее запустить. Папе пришлось извиняться перед всеми за взрыв. Не понимаю, это же просто пробный запуск. Было бы из-за чего волноваться. Если бы Санджи не помог мне потушить пожар, у меня бы забрали все инструменты. Молодец, Санджи, помощник. Накопаем грязюки. Хотя мне грязюки уже, наверное, не надо. У меня ее уже столько, что уже не надо. О, можно дровишек забрать, а то у меня там что-то маловато стало. Что-то как-то совсем три удара. Какое маленькое дерево. Так, еще мне надо будет скоро попить. Ну и соты давайте пока заберем. Так, значит, надо будет взять сачок и выкинуть вот это вот все. Деревьев на этом острове, кстати, немного, но сколько-то есть. Так, ладно, давайте я тогда сбегаю, разгружусь, возьму сачок и вернусь. Так, я вернулся, взял сачок, давайте ловить проклятых пчел. Оп, оп. Эх,
Зараза, не хотят они ловиться. Ну никак, оп. Есть, так, где-то еще были. Я еще из-за одних только пчел тут бегал. Ай-яй-яй-яй-яй, секундочку. Чуть было не забыл. Взрывчатый порошок для этой вот штуки. Давайте мы его зарядим. А, тебе надо в руки взять. А, тебе нужен взрывчатый порошок. Блин, а не эта фигня. Надо же сначала сплавить. Блин, ну извините еще раз. Вот, теперь у меня есть взрывчатый порошок. Кстати, здесь в куче хлама ничего нет, нет. И отправляемся в полет. И любуемся бабахом. А вот. И у нас там космонавтик приземляется на тот остров. Островочек. И мы, собственно, туда-то мы сейчас и отправимся. Бульк. И я, кажется, опять себе ножки-то переломал. Опачки, какая прелесть. Ты уже здесь, да? А я тебя прям надеялся увидеть. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Что-то мне как-то мелковато тут. И тесновато оказалось. Что я чуть было не протерял все. Ну, одну стрелу я точно где-то посеял. Минимум одну. Да, нет, я был не прав. Здесь есть живность. Как минимум вот эти рыбки взрывные точно. Так, здесь... Могу я заплыть? Не могу. По крайней мере, не отсюда. А-а-а, сундук. Ящичек. Забираем. Оп, новый рецепт омлет с грибами. Это не новый рецепт, это старый рецепт. У меня есть такой. Что же мне так не везет с рецептами в этой партии? Так, ладно. Можно, конечно, вот так... Но только здесь нет ни хрена. Класс. Зачем я тогда сюда залез? Никто не знает. А вот сюда, блин, надо попасть. Ой, какой же геморрой-то тут в некоторых местах прям. Ой, любят разработчики вот такую ерунду делать. Ну вот нахрена это? Ну вот, вот пустая трата времени и сил. Ну, блин, короче, вот, запрыгнул по краешку вот сюда и вот так. Но сначала надо было меня, конечно, задолбать, да? Так, а теперь мне надо как-то очень аккуратно, оп, вот сюда залезть, отлично. Я смогла. На крыше там ничего? Ничего, теперь здесь еще не упасть бы. В грязь лицом и прочими частями тела туда же. Потому что здесь надо вот опять столкнуться с той же оп, проблемой. Итак, сюда. Там аккуратненько сюда. Здесь забрать. Тихо. Да. 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 Ну, окей. Не будем о грустном. Ой-ой-ой. Ой, о грустном. Зачем я сюда зашел? Ой, о грустном. Ой, о грустном. Все равно упал. Ну ладно, хоть не в самый низ. Вот. И наконец-то забраться сюда, сюда и подобрать нашего космонавта. И фейерверк, чертеж. И получаем деталь для зиплайна номер раз. Вот. А там кто-то бродит. Нам туда тоже будет надо. Так, теперь сюда. И вот там, да, мы будем плавать, кстати. Рыбок тут вот этих вот до задницы. Ты мерзкая тварина. Не успела взорваться? Нет. Не успела, слава богу. Нырни. Вот.
Все равно мерзкая тварина убила у меня одну стрелу. Вот это уж точно с концами там куда-то затерялась. Текс, 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 текс. И теперь пойдем заберем, наверное, этот самый Кусманчик, который... как он называется? Кусманчик. Не Кусманчик. Ящичек, который там у нас валяется на где-то вот этой башне. Понять, как туда залезть. Ну, то есть представление-то у меня примерно есть. Вот это, да? То есть вот на этот мостик и где-то там в дырку провалиться удачно надо. Как-то так мы и залезем. Вот здесь, здесь, а вот здесь, наверное... Да, надо упасть. Вот так. Тю! Я-то думал, а шум был, шуму-то. Больше здесь ни хрена нет. А ты здесь зачем? Ну, и что, все по новой? Бам. Успешно переломал себе все ноги. Кстати, надо было уже давно выпить, а я забыл. Да и пожрать теперь уже тоже надо бы. Ладно. Тогда двигаемся дальше. В принципе, мы довольно неплохо на этой серии успели осмотреть этот самый остров. Караванный город. Как у нас его обозвали. Мы смогли обозреть вот эту вот его часть. И даже получить детальку от зиплайна. Здесь у нас, по-моему, ни хрена нет, да? Да, ни хрена у нас тут нет. Тут у нас только вход наверх. Собственно, башня центральная, основная. Сейчас давайте мы сразу наверх сразу залезем, чтобы осмотреть. То есть мы, получается, здесь, к сожалению, ничего интересного. Америка, полусуд, Joint Continental Plan to Reveal Лайс, да, Амазон, что-то там на Амазонке делается. Home Among the Waves. Так. В общем, короче, монумент погибшему миру, грубо говоря. Так. Вот это вот мы, получается, все осмотрели. Сюда мы пока попасть не можем. Домик мэра, нужен зиплайн. Вот эта часть самая большая. Вот мы ее тогда продолжим осматривать. А вот эта часть будет самая последняя, туда тоже без зиплайна не попасть. Так, домик мэра. А до этого можно у нас вот здесь зайти. Джанджи. You defeated close to us from afar. I wish we'd let you in sooner. You drifted. Ты, короче... Проплыл недалеко мимо вот этого, близко к нам, или приплыл к нам близко издалека. Надеемся, еще увидимся. That's hook. Please take care. Папин крюк. И, пожалуйста, берегите его. You never even gave us your name. Ты нам никогда не говорил, как тебя зовут, но ты помог нам. Ну, короче, очень нам помог. Maybe see you up. Ahead. Ну, короче, тоже надеемся, скоро встретимся. Мальчик Хилман. Фот, like фот не помню, ну, короче, велся как мужик. Мы не можем гордиться больше. Дини, please wait for me. Пожалуйста, Дини, пожалуйста, дождись. Ариэль. We harder on you. Then you deserve it, sorry. Мы что-то там сильнее, чем... Мы были... мы... Ну, короче, мы давили на тебя сильнее, чем ты могла выдержать. Извини, и все такое. Алия. I held on as long as I could. Please forgive me. Тоже held не помню. Held. Ну, вот это прошедшая форма, а какого глагола я не помню. Так. Еще записка. И, типа глобус. Sanctuaries in the cold. Убежище, кстати, да, убежище в холоде. То есть это про Антарктиду.
не в первый раз уже встречается Big Red, большая крыса. Big Red Sea Race. Большая крыса, морская раса. Интересно. Не в первый раз, да, встречается упоминание, что где-то в Антарктиде должно быть убежище. Я так понимаю, в конечном итоге мы куда-то туда и приплывем. Олаф. Улов. Обращение к рафтерам. 17 мая, 5 черновик. Почему вы... Как вы думаете, почему я, Улов Вилкстром, покинул погрязший в пороках город? Потому что там рабочий класс не пускали на борт. Я был возмущен. Получается, элита переживает апокалипсис, а остальные нет? Мы должны силой заставить их делиться своим богатством. Это чувак, который на яхте сбежал из города. И кто же их заставит? Правильно, величайшие рафтеры Нового Южного моря. Вы захватите Тангароа. Верните себе свое будущее. В общем, короче, он еще и на Тангароа отметился. Ну, я говорю, то есть сделали из него инфернального злодея. Так, три детали для зиплайна. Да, сюда мы принесем, здесь их соберем и отправимся тогда в дальнейший путь. А остальные детали мы как раз вот в этой части и насобираем. Самый крупный, самый большой, и смотреть на нее мы будем уже в следующей тогда серии. А эта серия на этом все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилась, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на ВАЗ Делитрово, подписывайтесь на мой канал и там. Не забывайте забегать на наш Солоградка Дискорд сервер, все ссылки в описании. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.